Чё-то я не поняла, моралисты, вы где? Алло, как вы позволяете устраивать пир во время чумы? В то время, когда в Пролетарске уже несколько дней не могут потушить пожар, горят жилые дома, у людей горе, часть Курской области захвачена украинскими войсками, разносятся в хлам российские аэродромы и склады с боеприпасами, сотни срочников находятся в плену, а беснующаяся толпа фанатов шамана носит его на руках под вопли «Я русский». Вы чего, ребята? Когда Ивлева устроила голую вечеринку, а в это время гибли российские военные в ходе вторжения в Украину, вы ее чуть не съели с потрохами вместе с Киркоровым. А шаману, значит, можно козликом скакать по сцене, в то время, когда война идет уже на территории России. В чем разница между ними? Или у шамана надежная крыша? Сдается мне, скоро ваш шаман исчезнет с горизонта, потому что он стал популярнее Путина. Так вот, ребята, чтобы вы знали, пока Вторая мировая война шла на территории Советского Союза, немцы в Германии тоже веселились и радовались жизни. Но мы знаем, чем все закончилось. Ну а нам остается только запастись попкорном и наблюдать за крахом империи зла под названием «Россия».